Вот через плечо. Пошли. Через бедро, через плечо. Лучше через плечо. Девочки через бедро, мальчики через плечо. Молодец, хорошо. Возьми вот так вот. О, да, вот так. Еще раз. Ну ладно, отойдите ко мне. Шире, шире. Берем софа, да? Раз, два, подвернулась. О, и подними, и опусти. Давай, Ксюня, давай. Хорошо, Боренька, молодец. Вот низ, иди сюда ко мне. Вот центр. Вот здесь центр, вот ты руку поставь. Не надо, что ты как этот самый. Ставь руку. Берешь оттуда, вот низ. Значит, надо думать, возьми, оттуда ноги шире поставь. Оттуда. Раз, два, три, подвернись и подними. Я тебе поставлю. Давай, 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 давай. Смотри, стоп, Андрюх. Ты левша, правша, кто ты? Правша, да? Более ты где была правша? Если ты правша, вот ты же закон. Вот ты же закон, да? Что? Раз, движение. Подвернись. Ну, стало это скрыто. Раз, стоп, подвернись. А один раз подвернись уже, еще побольше. Давай. Работаем. Работаем.
три, это шесть бросков. Им хватит, потом другой бросок. Самый легкий, через бедро делаете по три раза. Девочки, вы что, еще все, заднюю подошву делаете? Ну, давайте быстрее, мои красавицы. По-взрослому? Ну что, рожайте сюда. Давайте работайте. Вот. Хочешь, чтобы тебя не убили. Немножко шились. На, понимаешь, что это же не гимнастика. Зато будешь уметь делать хорошо. Можешь пушить. Вот так. Только, знаешь, я работал в санатории. Я был здоровый тренер, шел в санаторий, там это смотри. А мне сказали, а ты вот найди то, что тебе было. И все, я нашел, у меня как бы больными стало интересно. Так и ты. Как тебе не нравится? Вот ты найди, что такое, да? Ты глаза научишься классно делать, доски делать, показать тебе исключение. Давай. Ну, так, через. Сколько можно делать дальше под нос? Уже делали через бедро. Пошел, Николай. Да. Пошел. Три права, три лево. Все, да? Да. Все. Еще раз. Ручка снизу. Прижал. Опять делай, сбрасываешь. Два вправо, два влево. Давай, стоя. Хорошо. Руки выше. Что будешь делать? Скажи. Я через плечо. Скажи ему, я буду через плечо. Что? Ты когда делаешь через плечо? Вот смотри, когда ты делаешь бросок через плечо, он не должен вот так вот стоять. Он должен встать на что-то шире, чуть наклониться. Это нормально. Поэтому он умеет. Чуть-чуть. Делай через плечо. Опять уходишь очень далеко и не доворачиваешься. Давай. Не надо, девочки, нет. Не надо очень быстро делать. Но надо делать побыстрее. А то у вас кто-то на плечо берешь, поставил его, выбросаешь. Обе ноги, обе ноги. Смотри. Сделала шаг и развернись, чтобы таз чуть-чуть выше. Так, стоп. Ему тяжело тебе. Ты должен быть внутрь. Посмотри, вверх, захват. И становишься сбоку. Нога. Вот сюда. Раз, два. И между собой. И тут. Входит под нос. Давай, потому что тебя сейчас девочки учить будут. Так. За шею. Все не дыр. Кто делает? Ну как не знаете? Ты не говоришь. Как пишешь? Бросок или падаешь? Вот кому дать бросок? Тебе или тебе? Еще раз. Ты спешишь. Возьми закон. И поворачивайся. А потом только бросать. Еще. Давай, бери за шею. Поворачивай. Стоп. Еще. Подними ее. И сбросил. О, видишь, умница. Вот так стоит, да? Ты к нему спиной. Что вы стоите? Работайте, блин. Зацеп голени можете делать? Шпагат нужно сначала делать. Смотри, вот ты стоишь, встал и отсюда бросаешь. То есть куда ты бросаешь? В ту сторону. Значит, это колено. Раз, ты должен присесть, затянуть его себе на спину, затянуть. Когда он начинает падать, ты должен встать. А так получается, ты стоишь и через голову тянешь. И падать. Так, голову. Уже лучше. По три броска отнять. Право влево. Здесь раз, два. Стоп. Зацеп более низкий. Первое, что нужно сделать, еще раз, вы будущие тренера или не знаю,
придете домой, покажете шпагат, ставит мать и ногами. Вот пошли 15, правый 15, левый. Махи, махи, сначала махи бьют, разогрей, а потом становится. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, делаем, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, другой ногой пошли. Раз, два, три, четыре, пять, Вика, лицом сюда, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, хорошо, встали, вы здесь и шпагат, смотрите, пять секунд так, пять секунд так, пять секунд так, пошли, минуту работаем. То есть чуть-чуть так, потом чуть шире, потом чуть шире, потом чуть шире. И так. Да, а то зима, побежали за микроавтобусом, раз сели в шпагат, и все. Да, и будете ходить, как будто у вас памперс. Да. Я один раз побежал, 17 лет назад, больше не бегаю. Как сел на шпагат, хорошо сделал страховочку, а волк ходить не мог. Хорошо. Так, а теперь встали. Ножки вместе, страховку назад сделали и сразу встали. Один раз. Раз. И встали. А теперь ножки чуть-чуть шире. Чуть шире. Сделали страховку назад. Так. Чуть-чуть отодвинь. Еще чуть шире. Пошли. Страховка. Рассказываю вам, для того, чтобы у вас ничего не болело. На себе испытано. Тоже не размялся, боролся, меня после Нового года. Бросал, а потом меня зацепили. Я думаю, ладно, пусть бросит. Он зацепил, упасть не мог, он держится, чтобы бросать. И здесь как хрясь. И пришлось доктора вызывать. Чуть-чуть позвонок чуть-чуть сошел с места. Значит, посмотрите, когда страховку делаете, вам зацеп, да? Почему я шпагат вам делаю? Для того, чтобы вы чувствовали хорошо. Вы не садитесь прямо, а садитесь на одну ногу. Забрали ногу, на эту садишься. Зацепили эту ногу, стараешься на эту сесть. Пошли. Еще шире страховка. На ножку. Еще шире страховка. Падай. Справа или слева. Еще раз. Когда садись, разворачивайся. И последний раз. Шире ноги. Как можно шире. И садимся. Оп. Молодцы. Так. Андрюха сюда. Еще раз. Какой захват? Ножки чуть шире. Пошире. Видите, когда ноги широко? Широко. Тогда делаем бросок назад. Смотрите, что я делаю. Делаю шаг. Раз, два. Как через спину с колен, да? Делаю движение. Раз, два. Потом хоп. Зацепил отсюда. Не надо жестко цеплять, поднимать, извиняюсь, немножко, да? Еще раз, раз, посмотрите, не поднимаем ногу, просто вот раз, движение, и все. Не надо силу! Применять, что это нужно? Еще раз, посмотрите, вам не тяжело, встаньте сразу боком. Просто подойдите, да? Подойти, а еще есть такой крестный шаг, вот сюда. Раз, хоп, чуть-чуть. Пошли! Так. Иди ко мне. А, нет. Ты делаешь ей. А ты ко мне, я тебе делаю. Пошли. Чуть ножки. Так, я делаю. Раз. Два. Двух. Раз. Так, сюда Руслана. Руслана, сюда. Ручки. Сейчас я тебе делаю ножки шире. Еще раз. Ты хочешь вперед бросить? Посмотри. Посмотри, что боком, да? Делаешь движение. Раз. И отсюда движение.
вроде меня, немножко шире. Нет, не кухо. Иди сюда, делаешь ей, иди сюда. Вот так. Вот здесь, где я сижу. Делаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, остановись. Вот это нога. Смотри, что делает. Это нога. Раз. Еще. Сюда. И зацеп. Еще раз. Сюда. И зацеп. Еще раз. Сюда. И зацеп. Еще раз. Сюда. Хорошо. Руслана, сюда. Идешь сюда. Руслана, становись сюда. Становись. Пожалуйста. Раз. Два. Делаем. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Нет, другую ногу. И изнутри. И изнутри на руку. Сделаем еще 5 раз. Хорошо. Вы делали чистый мускулятор? Да. Вы делали, да? Хорошо. Значит так. Стоп. Мате. Мате. Сделали страховку назад 3 раза. Раз. Два. Три. Теперь делаем страховку. Без рук. Без рук. 3 раза. Спасибо. Уно. Двое. Три. Хорошо. Сели на колени. Пальчики размяли. Хорошо. Падаем вперед 3 раза. Спасибо. Уно. Двое. Три. Высокий партер. 3 раза вправо, 3 раза влево. Смотрите аккуратно. Отжимайте. Уно. Двое. Три. Три. Бей. Хорошо. Так, ставим. Раз, два, три. Значит так, сейчас Ливию здесь. Руслана, иди сюда. Она нападает, ты защищаешь. То есть встаешь, просто ходишь, немножечко взял захват, там раз, показал там чуть-чуть бедро, там чуть-чуть сзади. Ты нападаешь. Он тебе может бросить, но будет аккуратно. Да, Андрюха с Викой. Так, иди сюда. Ты идешь сюда. Ты с ним аккуратно борешься. Он бросает то, что хочет делать. И ко мне. Работай. Ты супер говоришь. Все. Значит, еще раз. Эй. Да? Они делают, что хотят, а вы дайте захват, чуть походите. Потом. Я убираю, и получается, здесь стоит, да, нападает Вика, Руслана, Вика, Руслана, Вика, Руслана. Если кто-то из них троих устал, больше, значит, другого станет. Здесь Ливия будет стоять, будет нападать Николай, Андрей, Николай, Андрей, Николай, Андрей. Когда он умрет, что я боюсь, что не будет, и тогда вы поборетесь. Да. Начали. Боремся. Боремся, боремся, да, боремся. Борьба с судом. Борис, Борис, Борис. Борис, ты отдай ей захват. Будешь разбираться в бой? Нет! Ты не давай бросать. Это вот, смотри, сейчас. Иди, Павел, бери захват. Бросай. Бросай. Давай бросай, что ты стоишь. Раз, чуть-чуть встретил. Вот. Молодец. Оп, я даю там. Оп, что? Главное, что руки делают. Пошли. Кто в руки чувствовал, как кисачи? А ну? А что вы? Вот так, молодец, да, давай. Мочи. Мочи, вот она. Давай, бросай. Я дышку. Вот так. Андрюха, долго не держи, но вот так. Высоко цепляешь чуть-чуть. Молодец, Вика. А, это ты подскажешь.